Холодное время года – отличный повод посвятить вечера рукоделию. Тем более, создавать красивые декоративные вещи можно буквально из подручных средств. Например, из старой пряжи. Этим и занялись химчане на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству. Провела его Анна Лямина. Технолог по образованию, последние 5 лет она работает в магазине шитья и преподает в творческой мастерской. Рассказала, как из пряжи сделать снегирей. Черный клубочек наматываем на длинную сторону трафарета. Вертикально, свободно, не сильно затягивая, чтобы потом можно было разрезать. Весь клубок? Да, весь клубок у вас рассчитано нужное количество. Нити разных цветов образуют каркас будущих птиц. Затем их связывают, подрезают и получается интересный элемент декора. Тематические мастер-классы в Химках проходят каждый день. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.